Вот уже несколько лет подряд в нашей стране реализуется федеральная программа «Модернизация образования», в рамках которой для улучшения материально-технической базы в средних общеобразовательных школах выделяются большие средства. В общем, как говорится, все силы направлены на то, чтобы улучшить качество знаний детей и их комфортного пребывания в общеобразовательных учреждениях. На этой неделе мы, студенты Алтайского государственного педагогического университета, побывали в гимназии номер 74 города Барнаула для того, чтобы узнать, какие изменения там произошли в ходе реализации программы модернизации образования. Как повлияла модернизация библиотеки на улучшение качества школьного образования? Ну, в нашей библиотеке очень много оборудования получено в рамках модернизации образования. Даже неправильно сказала, не получено, оно выиграно в результате участия в конкурсе. Это городской конкурс, который объявлен по школьным библиотекам 2010 год, когда сказали, будут модернизировать лучшие школы, те, кто хотели бы работать на новом оборудовании, чтобы оно не простаивало. Мы участвовали 21 школа в этом конкурсе, оказалось 10 победителей, мы вошли в их число и получили комплект оборудования на 436 тысяч, куда входит и документ-камера, 5 компьютеров, 3 ноутбука, плазма, система голосования. То есть оборудование, способное поддержать реализацию образование в рамках ФГУС. И с этим мы работаем уже с 2010 года. Новый ФГУС, если начальная школа Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет требования к гимназии, чтобы она имела библиотеку, то стандарт общего образования требует от нас библиотечно-информационного центра. От всех уже, не только от гимназии. Именно так мы и модернизировали свою деятельность. На сегодня у нас библиотечно-информационный центр, не библиотека. В чем отличие? Отличие в том, что раньше в основном приходили за книгой. В библиотеку приходят получать информацию. А в библиотечно-информационный центр приходят не только получать информацию на документальном источнике, но и доступны все ресурсы сети интернет. В библиотечно-информационный центр идут не за готовой информацией, ее идут создавать. И если мы посмотрим, то вот они, учащиеся, которые постоянно от открытия библиотеки до самого конца рабочего дня у нас кто-то что-то делает. Научно-исследовательскую работу, презентацию к уроку, самостоятельную какую-то работу. Кроме того, у нас есть дистанционное обучение, когда ребенок не приходит в школу, а получает задание по дистанту. У кого-то сломался компьютер, у кого-то интернет отключили, еще какие-то проблемы. Эти дети тоже в библиотеке. Библиотечно-информационный центр работает даже в субботу, потому что он должен быть доступен для детей максимальное количество времени, что мы и делаем. Мы максимально открыты для детей. Мы стараемся сопровождать вот этот процесс создания собственной информации для того, чтобы формировать информационную компетентность школьника. Сегодня не только на уроках важно, но и во внеучебной работе, в самостоятельной работе помочь и поддержать ребенка. Не каждый может сделать какие-то в презентации анимации и так далее, и так далее. Вот все вот эти задачи мы решаем индивидуально в читальном зале. У нас очень много программ для обучения, когда мы учим работать детей с сервисами какими-то, создавать интерактивные кроссворды. Буквально сегодня принес ребенок в очень интересном сервисе рекламный ролик. Вот с этим мы тоже работаем, этому тоже обучаем. Формирование информационной компетентности мы взяли под свою защиту, под свою заботу. Для нас это важный процесс и нужный процесс, и мы его сопровождаем, вот эту самостоятельную деятельность учащихся. Процесс модернизации позволил процесс обучения сделать более интересным, более наглядным, более доступным. На сегодня педагог не просто перекладывает свои знания, он учит ребенка их добывать самому. И тогда они более прочно закрепляются у ребенка и применяют эти навыки в практической работе. Благодаря модернизации в вашей школе образование стало более доступным? Да, в какой-то степени стало доступным. Почему? Потому что за последние 3-4 года ситуация в системе образования
она улучшается и переходит в гораздо лучшую плоскость. Это связано прежде всего с тем, что образование стало более доступно. Ну, можно привести даже примеры с такими моментами, то, что наступает похолодание, и когда детей приходилось отправлять, дети оставались дома в связи с понижением температуры, у нас двусторонней связи с учениками не было. И сегодня, в связи с тем, что пройдет вот эта модернизация в образовании, это стало возможно возникновение системы двухсторонней связи, когда дети не выключаются из учебного процесса, когда дети могут получать домашние задания через, могут получать по скайпу или через систему «Город». И таким образом образовательный процесс, он становится непрерывным. Посетив 74-ю гимназию, мы увидели плоды модернизации образовательной системы и убедились в том, что все аспекты преобразования школ соблюдаются в соответствии с национальной доктриной. Особое внимание мы уделили школьной библиотеке, которая по своей оснащенности не уступает библиотекам вузов, в которых студенты сами создают информацию и учатся работать с ней. Таким образом, мы выяснили, что обновление школы в корне повлияло на учебный процесс, сделав его более интересным и увлекательным.